I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human. And then... Всем салам алейкум, всем доброго времени суток. Вы на канале Дегустационный Патруль. И мы прибыли снова в детской кухне. Шейх Ана Баракет. По адресу Самсоневский 94. Большой Самсоневский 94. Так, ребята, открылись неделю назад. Вышел на них чисто случайно. Не знаю, кто вышел, да, я не помню. Они, скорее всего, они на меня вышли. И как-то так получилось, то, что мы решили посетить это данное заведение. Насколько у них прекрасно и все хорошо, мы проверим. А вы оставайтесь на этом канале, смотрите ролик до конца, поддерживайте, побольше активности, лайков. Все зависит от вас, как будет складываться судьба этого канала. Видео на этом канале и так далее. Короче, делайте кальян, заваривайте чай с лимоном, кофе, кто где как, и в общем, кайфом наблюдайте. Погнали. Друзья, еще раз говорю, ассаламу алейкум, в общем, мы попали на кухню, и сейчас будем готовить плов. Плов какой будем готовить? Плов на зеленом масле. Плов на зеленом масле, перемешку с перемешкой с кокосом, да. Повара зовут Аминаке. Вот. Сейчас попали на кухню, будем смотреть, как они готовят плов. Это Чайхана Баракет, вот. Посмотрим весь процесс приготовления. Снимаем. Что следующее сейчас будет? Так, надо куски мяса. Куски мяса, да? Да. Мясо у нас говядина, друзья. Почему сначала готовить большие куски, чтобы уже прожарили? Да, да. Долго жарить все? Да, да, да. А там я смотрю, поменьше уже нарезали. Поменьше нарезали после лука потом. Вот, после лука. Тут уже поменьше и после лука. Сейчас плов будем готовить на 3 килограмма, правильно? На 3 килограмма. Мясо идет один к одному? Один к одному, тихоанский плов. Тихоанский. Плов тихоанский. Да. Один к одному. Рис у них, какой напомнишь? Рис у нас. Название риса. Доста. Доста. Ну, здесь наподобие жира, но просто слово называется доста. Доста, да? Да. Я первый раз такой рис увидел, честно сказать. Ну как, не первый, но я смотрел, он просто внимание не обращал, ну, как называется, да. Этот тоже вот привезён из Таджикистана и сварили с пиццом. Ну, не сварили там. Из фара, да? Из фара, да. Гор, из фара. Из фара. Таджикистанские области. А я видел масло тоже из фара. Масло тоже, вот. Гор, тоже из фара. Масло из фара. Таджикистан. Нет, нет. А, вот так и оставим. Следом
интересно попробовать ваш плов, потому что он здесь рис другой, во-первых. Да, да. И у вас приготовление как-то отличается от других. Ну, сколько я видел. У нас готовят, ну, по методу, как в Ферганской долине. А. Потому что вот Самаркандский плов там другой. Да, да, да. А у нас, ну, как бы, ближе к Ферганскому, да. Это на сколько литров казан у вас? 60. 60 литров. Все обжаривается на интенсивном огне, на большом огне, друзья. Прям чтобы шипело, прям. Сильный жар получился. Сколько часов готовится? 2 часа, да, примерно? Ну, примерно. Так, это минут час 40. Ну, около 2 часов около уже будет готов к подаче. И все, за какое время уходит? За час-полтора? Или как? Или больше? Ну, я имею в виду, не остается полностью. Когда в обед уже все будут собирать, да, да. Где по два раза готовим, вечером готовим. А есть такой, как бы, знаю, народное это, то, что плов готовится один раз в день. Один раз в день? Да. Нет, такого. Нет, стереотип существует такой, то, что... Мы уже смотрим, что там остается, там 3-4 порции, мы уже сразу друг друга готовим. Может, у вас казан поменьше, поэтому, да, у вас не хватает, как мы его готовить несколько? Нет, ну, просто не хотим, что... Да мало, что там народа мало будет, там... Или захотят не плов, а у нас не только плов, мало ли готовим там, и... Я понял, понял. Ну, один из... предпринимателя, у которого я был, сказал такую фразу: не надо бояться, что плов останется. А, да. Плов может не хватить. Вот это очень страшно, когда плова не хватает. А когда он останется, это ничего страшного. Ну, он мне такую вещь сказал, я как-то запомнил, да. При том, при всем, у него в заведении плову готовится достаточно много. Я думаю, если он посмотрит это видео, он поймет, о ком я говорю сейчас. Плов, наверное, такой вот темноватый, да, получается? Я смотрю сейчас вот по... Это смотря, как будет долго жариться лук. Лук. Да. Это цвет плова только от лука. Если лук недолго жарит, он получается так светлого цвета. Если лук долго будете жарить, аж до, чтобы все черного становится. Ну а масло же тоже играет? Да, масло, да. Ну, заверни масло же уже, да. Если человек вот будет, допустим, в местном, если брать пример, в местном, да, контингенте, они готовят в основном подсолнечник. Да, 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 да. Поэтому они не могут добиться такого результата, чтобы плов был темного цвета. Да. И начинает там экспериментировать, добавлять паприку, куркуму, да, да, чтобы плов стал потемнел. Да. Но это неправильно, я считаю. Да. Должен быть естественная такая подача цвета. Получаться естественная подача. Кинули мясо, лук хорошо обжарили, прям такой классный, там полного потемнения лука, такого потемнения. Курдюк не добавляете? Курдюк мы делаем отдельно, отдельно, да. По заказу. Просто я видел, у вас в Инстаграме есть. Да, да, да. Лук курдюк, курдюк делаем. Заказывают там один к одному, два, ну, сколько там. А за сколько вот надо заказать? Допустим, если мне вот на завтра надо, я сегодня могу заказать? Да, да, можно. А если мне на вечер надо, я могу утром заказать? Да, да, можно. Успеем, успеем.
То есть, чтобы люди понимали, насколько все организовано, как, чтобы имели в виду, если захотели. Да, за 3 часа звонят. А, да? Плюс выбираем, да. Ну вот, ребята, за 3 часа можно заказать. Вот. Никто на курдючке, я думаю, такой. Да, же. Любой плов. На загирном масле, да, на платковом, на подсолнечном. Так что, звоните, узнавайте. Не то, что плов, мы готовим ассорти, кызангабаб на заказ, манты. Смело можете заказывать. Почему именно два куска больших? Это потом мы будем тонко-тонко нарезать, на каждый кусок еще будет добавлять. А так видите, плов готовят, вот, допустим, дома, как обычно готовят, когда кусками ложат. Да-да-да. Большими кусками ложат, потом их нарезают перед подачей. Это уже как бы оформляют. Вот, я понял, там подача. Еще у нас листья в награде, завернутым вашим, дальма. Далма. Далма. И яйцо. Мы оформляем плов. Я понял. Это позже уже в процессе. Посмотрим. Все, посмотрим, да. Друзья, да. В процессе все увидите. Тандыр стоит, я смотрю, да, там в зале видно. Да. Тандыр самса там. Самса будет, да. Лепешки самса тоже. И лепешки. Тандыр самса. Все в одном тандыре, да, да. У нас есть специальный тандыр, где приготовили тандыр. Ну, тушу там, как будем готовить тандыры. А, понял. Это уже тандыр кебаб. Тандыр кебаб. Это все в одном тандыре? Нет. А, в другом месте? Здесь тандыр тут будет. А, здесь, да? Я просто видел один тандыр. Помещение?
отдельно стоит там для этого. Mm. Это здорово. Что такая пища там выглядит? Мясо. А хвалит на тут. Жарки мяса 15-20 минут идет морковка в лес. Слиться мясо. А я вот так тоже поделал. Я тоже привожу свою руку к этому. Морковка, обратите внимание, она нарезана. Прям такими. Жарки бестер. Там желтый с красным. Желтый с красным. Перемешивается один к одному или желтый больше, да, по-моему? Да, тут побольше, да. Побольше видно, что желтый еще побольше. Морковку обжариваете, да, если с мясом? Да, да. До какого момента? До полуготовности морковки? Да, до полуготовности. Пока не ужарится, да, такая, да, аль-денте? Да, да. Можно я рис покажу, ребят? Вот, друзья, рис там очень стоит. Мочили. А в холодной воде? В теплой воде, да? Значит, воды будет меньше чуть-чуть, да, наливаться? Да, 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 да. Потому что в теплой воде, ребят, стоит рис быстрее, раскипает и берет себя в воду. Так, это что мы добавили? Таума. А, таума, мини, да, такая скрученная? Да. Ничего себе, вот это, конечно, да, вот это я не ожидал. И добавляете воду сверху, да? Сколько воды идет? 3 литра. 3 литра. Thank you.
теперь будет вывариваться, да, если вариться. Да. Таума готовая? Уже? Нет. А, она сейчас вместе с ней сварится? Да, вместе с ней. А он быстро сварится. Прикольно, прикольно вообще. Ты эти скрутки сделал. Друзья, прошло у нас минут 40, да? Да. Первак кипит. Да, да. Сейчас будем что делать? Они на рис закладывают? Сейчас, да. Достаем мясо. Достаем мясо и... А, тауму, да? Типа тауму. Даума. Не типа, а тауму. Типа, а таума. Да, да, да. Это я просто оговорился. Понятно, для чего это делается, чтобы не разварилось. Да, да, да. Рассыпалось, не разварилось и все это. Так что, друзья. Так, а это потом разрезается, я так понимаю, да? Да, 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 да. И потом уже чик-чик, мне по порциям раскладывается. По порциям. Прикинь, такая подача была. Отдельно такой спецзаказ. Вот, банку с мясом. И все. Мы заказывали плов, получите то, что осталось. Так, наш рис. Начали. Закладывание риса. Он разбух уже больше стал по голове поставлен. Меньше, мне так кажется. Да? Да. И по цвету он какой-то интересный даже. Сам рис. Такой рис можно приобрести в Санкт-Петербурге. Можно приобрести? Да, да. Вот для обычных людей, для домашних, по которым покупают по килограмму, по два, можно купить? Они почти во все там то, что это сухофрукты, так да. А, это не сухофрукты, да, вас? Или на рынке, так? На рынке, да, на рынке. Так что, друзья, имейте в виду, где точно с сухофруктами, либо где рынок. Можно найти такой рис. Правда, я название не запомнил, если честно. Даста. 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 Рис даста. Доставка. Прям ваш дом. А воды еще добавлять будем? Да, да.
вышли на 5 минут, да? Затем откроем, снова перемешаем. Перемешаем. Все, ребят, сейчас продолжим. Так, один раз перемешали, все уложили, вот посыпали зерой, да? Да, да, да. Сейчас перемешаете уже с зерой вместе, да? Да, да. Воды уже не будет добавлять? Нет, воды не будет добавлять. Просто я до этого спросил вас, сказать, что будем. Если мало будет, это зависит от риса. По факту, да, как рис себя поведет. Да, да, да. Вижу, он уже разбух рис. После этого еще мешать будете перемешивать? Нет. Сейчас закрываем, томится, да, рис уже чистый? Да, да, да. Сколько он будет томиться по времени? Минут 20. Минут 20, да? И потом уже был готов? Да. Уже можно подавать, да? Можно подавать. Так что, друзья, так. Через 20 минут? Через 20 минут будем пробовать чайханский плов. Да? Он же похож на кайданский. Так что, все, открываем, да? Приятный цвет.
что, друзья, мы пройдем в зал. Смотрите в следующем ролике. Это будет когда? Это до или после будет? Пока я не разобрался, в общем, как будут ролики закинуты. В общем, сейчас пройдем в зал. Вов оформляется. Сейчас его там попробуем, продегустируем. А я желаю вам не болеть, здоровья и подписывайтесь на канал. Все, каждому буду рад.